Да, много ключевых игроков вылетало, и видите, у нас без нападающих мы практически сыграли этот сезон, к сожалению. Но, не знаю, в таком клубе, как «Динамо Киев», должны быть те футболисты, которые выходят, и все-таки, чтобы картинка не сильно менялась. Я думаю, клуб сделает правильные решения, да, выводы, то есть может поработать над трансферным окном, молодежь подтягивается постоянно. Есть молодые ребята, которые действительно поехали на чемпионат мира, прогрессируют. И я надеюсь, что следующий сезон у нас уже будет серьезная боевая единица. Вікторе, матчі за престиж, і все ж таки ви здобули престижну перемогу, хоча «Динамо» грало в меншості, більше ігрового часу. Власне, от звідки це все витягається? Чому ви в меншості граєте краще? Львів згадати, Шахтар згадати. Ну, ви розумієте, другого вибору нет. Ми не можемо здатися, ми «Динамо» Київ. І в дев'ятером, в десятером, в восьмером, навіть якщо прийдеться, ніхто не опускає руки, всі б'ються за емблему клубу. Другого вибору в цьому клубі нет. Видавалося, по першому тайму виходило на перше місце нейтралізація Ковальця. Наскільки це так? І чи Аха Алібеков, може, трохи перестарався в цьому компоненті, коли його, по суті, нейтралізовувала вся команда, і він, вочевидь, найбільше? Можливо, там перша жовта, да, опасна гра, але друга, опять же, я повторюсь, ну, йде боротьба. Понятно, что человек ближе к штрафной, но опять же, посмотрите, сколько нас удаляют. Я считаю, что это недопустимо. Такой клуб, как «Динамо» Киев, не может страдать от решений судей. Каждый матч играть десятером-девятером. Когда такое было? Но я этого не понимаю. И приходится доставать последние уже силы. Я не знаю, откуда они берутся. Действительно, сезон тяжелый. Много травмированных, много играли в меньшинстве. Тяжело этот сезон, тяжелый, действительно. Приходится доставать уже резервы в самые крайние. Пригадаємо, як було відкрито рахунок у цьому матчі. Дуже приємно. Це була зряча триходівка, комбінація. Депена побачив, знаходить Русина, Назарій побачив тебе, відпасовує. Звичайна подача. І Русин просто зіграв перший на м'ячі, продлив, мені треба закривати дальню. Тобто, звичайна атака. Забили гол, добре повели. Потім, опять же, удаляють ігрока і приходиться... Уже хорошо, что, ну как хорошо, уже не давлел, да, сегодня результат, и поэтому тренер сказал, чтобы играли в два нападающих, все равно ловили на контратаках. То есть сегодня это получилось, победили, и идем, «Динамо» идет в отпуск, да, и будет думать, как добывать чемпионство в следующем сезоне. Но самое главное, чтобы «Динамо» побеждала. В этом сезоне «Динамо» без трофеев. И это, наверное, единственное, что так огорчает, да, серьезно. То, что забиваю, это хорошо, но, опять же, для меня главное, я бы все свои голы и ассисты отдал, чтобы в «Динамо» выиграло хотя бы один трофей даже в этом сезоне. Ви як капітан, вам складно під цією напругою постійно грати? Від уболівальників, від преси, від великих очікувань, да? Наскільки це непросто? От цього нікуди не дінешся. В такому клубі, як «Динамо» Київ, ти обов'язаний давати результат. Не важливо, скільки років, опять же, да, у нас молода команда, але від нас всі ждуть результату. І вже це не оправдання, що у нас молоді футболісти. У нас є час, ну, зараз «Динамо» уходить в відпуск, да? У кожного є час проаналізувати, что надо сделать для того, чтобы в следующем сезоне «Динамо» стало чемпионом и выиграло кубок, то есть боролась за трофей.